Счастье материнства белорусские ощущают сполна. Благодаря предоставляемым социальным гарантиям и трехлетнему декретному отпуску все больше женщин делают выбор в пользу рождения детей. В 2015 году глава государства подписал указ, согласно которому родители при появлении на свет третьего ребенка имели право обратиться в органы по месту жительства для назначения семейного капитала. Воспользоваться им можно было лишь при достижении ребенком совершеннолетия. В 2019 условия получения денег были изменены. И с 1 января 2020 при соблюдении определенных условий финансовую компенсацию можно получить досрочно. С 1 января 2020 года расширено направление досрочного использования средств семейного капитала. Это у нас на строительство, реконструкцию, приобретение жилья или погашение задолженности по кредитам, или предоставлено на эти цели именно гражданам, состоящим на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Еще одно направление – это получение членами семьи платных медицинских услуг. Непосредственно это проведение операций в кардиологии, хирургии или онкологии, или стоматологические услуги, это протезирование зубов. И еще направление одно – это получение членами семьи первого высшего образования первой ступени и среднеспециального образования в государственных учреждениях образования. Желая улучшить условия проживания, семья Емельяненко приобрела вторичное жилье в кредит. Со временем выплачивать по процентам оказалось трудно. Узнав о нововведениях в использовании средств семейного капитала, родители немедленно отправились в территориальный центр Ленинского района города. Хотели бы на погашение кредита, потому что брали кредит на жилье. Кредит мы как бы брали, мы не под год, но мы брали, мы для приобретения вторичного жилья брали. И получается, большая сумма выходит платить. Всего только в Ленинском районе новой возможностью пожелали воспользоваться порядка 240 семей. В учреждении они подают необходимый набор документов. В своем большинстве цель – улучшение жилищных условий. При выборе цели строительства семья подает в первую очередь заявление, приходит с паспортом. Чаще всего это мама, потому что мама является распорядителем всех средств семейного капитала. Приносит документы, подтверждающие данную цель, то бишь это может быть кредитный договор, либо это договор долевого строительства, либо если они строят жилой дом, но при этом при всем они состоят на учете нуждающихся, они несут документы на дом, разрешение на строительство, техпаспорт и разрешение о регистрации земельного участка. Однако процесс этот не скорый. Каждое заявление рассматривается индивидуально специальной комиссией, которая выносит окончательное решение. Далее документы идут в банк. Всего с начала года только в Брестской области было подано более 1700 заявлений. Сумма средств семейного капитала сегодня составляет 22 500 рублей. За семейным капиталом могут обращаться граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие. Это мать-мачеха в полной семье, родитель не в полной семье, усыновитель, удочеритель при рождении третьего или последующих детей. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.